Все веры в их республике провели на более чем 70% площадей. Об этом руководитель профильного ведомства Мухаммед Шахмурзов сообщил на видеоконференции, которую провел замминистра сельского хозяйства России Андрей Волков, сообщила пресс-служба республиканского ведомства. Яровыми на сегодня засеяно более 160 тысяч гектаров. Уже завершен сев колосовых ранних овощных культур на финальном этапе кукурузы и подсолнечник. Близится к финишу посадка картофеля. Дожди в регионе несколько притормозили весенние полевые работы. Если наступят погожие дни, земледельцы обещают завершить кампанию за неделю. В этом году зерновых планируется собрать не менее 850 тысяч тонн, но беспокойство вызывает урожай плодово-ягодных культур. Из-за резкого похолодания в конце марта почки на сливе, абрикосе, вишне и черешне подмерзли. Потери возможны на уровне 40%. Однако, учитывая, что семечковые в этом году не пострадали, а в садах сейчас активно идет обрезка и обработка деревьев против болезней и вредителей, урожай удастся собрать не ниже прошлогоднего, надеются эксперты.